Всем привет, с вами Линк, вы на канале Гильдия Леммингов. Мы играем в Stardew Valley. И сегодня осень, второй год и третье число. Всего вчера был день рождения Пеннички, мы подарили ей дыню, она обрадовалась. И собственно говоря, я не помню, что было дальше. Вот, но сегодня среда, третья, и будем сейчас выдумывать какие-нибудь новые приключения. Сегодня мне нужно в город. Не перетрубись, не перетрубись, не перетрудись. И пообедай как следует. Я все уже, я начал. Я поехал, я поплыл. Давайте глянем, что у нас было. А, мы семена какие-то садили. Ага, мы в розы ударились, я помню. Да-да-да-да-да. Начали разводить розариум себе на огороде. Надо теперь к розариуму, наверное, и улики поставить. Малая все еще малая, все еще недостаточно взрослая. У нас есть что-то на продажу. Давайте глянем, что тут. Сейчас нужно собрать яблоки, нужно напоить кота, нужно зарядить лейку, нужно зверей открыть, чтобы они паслись. Много-много дел. Много-много дел. А, зачем я открыл? Я же сначала... Я что-то туплю. Вот в начале игры у меня какой-то такой... ступор, что ли. Мне надо понять, что было, где я был, что у меня в инвентаре, что я сделал, что не сделал. Я этого всего уже не помню. Вот, поэтому нуждаюсь в напоминаниях. То есть, а когда вот оно идет, все подряд, я уже вспоминаю, что я делал тогда. Ну, намного проще ориентироваться здесь. Потому что сейчас я просто потерян, я в панике, я не знаю, что сделать, куда бежать. Вот, ну, кроме как того, что открыть свиней, гусей, курей, кенгурей, что там есть. Всех проведать, всех открыть. И тогда уже идти дальше. Что-то делать. А, так, нужно досадить. У нас тут какие-то семена есть, да? Мы хотели что-то посадить. Мы хотели, у нас закончилось все. И мы должны были идти в шахты. Свиньи не хотят нажиматься. И коровы, ну и в баню. О, нажал на козу. Это самое, корове понравилось. Ну и хорошо. Угу. Вот так вот вы, да? А, ну тогда вот это выложим, пока и вот это выложим. Все остальное пустим в переработку, освободим слоты, и тогда влезет остальное. И курям я опять заполненным пойду под завязку. Ну вот почему оно так всегда? Такая максимум в кавычках подготовленность. Один пустой слот. Ну вот куда это годится? Правильно, никуда. Опять тогда я у курей оставлю все это дело мариноваться здесь. Просто со всеми поздороваюсь и вытащу их на улицу. Перо схватил зачем-то. Утки уже подросли. Надо бы уток как бы... О, я майонез могу взять. А, вот оно что. Майонез-то я взять могу. Ну и взял, и что дальше? Ладно, с яйцами потом разберемся. Утка, пропусти меня. Тут яйцо, видимо. Все, яйцами закрыто. Забито. Я их выпущу и поеду по своим делам. А они пускай тут разбираются. Что им тут делать? А, так. Что я хотел? Я хотел бы подосвободить место. Я думаю, что можно карамбалу слить пока в семена. Освободится два слота уже. Как бы будет проще. Забавно, ушки развиваются у моей лошадки. У моей поняхи из-под этого самого, из-под шапки. Так, это мы тоже продадим. Кукуруза. Давайте посмотрим, сколько будет стоить масло, сколько стоит кукуруза. Стоит ли вообще ее в масло перерабатывать? Так, все майонезы уйдут.
Ну и все, тут, в принципе, все остальное сундуки и переработка. 10 часов я очень хотел пойти в шахту. Сегодня ничего не намечалось такого особенного. Вот, все у нас работает, все поля засеяны. Ну, за исключением тут нескольких участков. Свинья здесь что-то зарывает трюфель на черный день. А, костер, ковер, говорю. Костер хотел выложить, чтобы не таскать его с собой. Я хотел его поставить здесь где-нибудь, чтобы он освещал мне все. Вот. Сейчас я пособираю еще трюфелечки, чтобы свиньи мне еще набрасывали. А вот, ну не знаю, мне кажется, что это зависит. То есть, если вы соберете трюфеля, они вам будут как бы еще новую волну трюфелей дальше. А если те трюфеля, которые они уже собрали, будут лежать, то они будут новые копать, но как бы неохотно. Что-то мне кажется, что так оно работает. Все-таки. Шайтан. Здесь какие-то... На. По свинье тяпнул случайно. Свинюка, прости. Есть? Есть. Все, они так ходят по моим розам жестко. Прям так же как жестко, как я бегаю. А, вот оно что. Мы хотели поехать на пристань и... И купить наживки нам надо было. Вот оно что. Я вспомнил. К Вилли надо было мотануться и купить у него что-нибудь, что можно будет наживлять. А то у нас наживка кончилась совсем. И надо бы уже в шахту ехать. Я думаю, что может сейчас я съезжу к Вилли и погоню в шахту. Правда, с полным инвентарем как-то это не очень. Да ну что такое? Что не так-то? Алло. Это одна земля попадается. Что ты будешь делать? Где все? Где динозавровые яйца? Где золото, бриллианты? Почему одна глина? За что вы меня не любите? Так, сейчас я этот край чекну, да. Край пустой, поехали к Вильяму. Я надеюсь, Вильям сегодня работает. Да, Вильям работает. Я хочу купить у тебя наживки и заодно посмотреть, крючки с пинораном нужны. А вот так, да. Прям вот так. Штук 200 возьму сразу, чтобы лишний раз не бегать. Вот так не делайте никогда. Это я так могу только протупить. Потому что второй раз наживаете, вы автоматически продаете. Я хотел в удочку сразу вставить, но что-то забыл, что надо выйти из этого режима сначала, чтобы вставить в нее. Вот. У нас есть три удочки и несколько наживок. Ну, точнее, вот свинцовый поплавок добавляет вашей полоске вес, не давая ей отскакивать от дна. Мини-ловушка. Рыба ускользает из нее медленнее. Вот, я хочу это. Спиннер, он вращается благодаря своей форме. Немного увеличивает частоту клева. Частоту клева нам не надо. Нам надо, чтобы рыба медленнее ускользала из моих ловушек. Вот, все остальное ерунда. Мне крючок бы еще нужен. Было бы вообще топово. Все, зарядили удочку, как дробовик такой, со снарядами. Вильям, бывай. Будут снасти, заходи. Точнее, маякуй. Я зайду. А, так, хорошо. Хорошо, поехали теперь я не знаю. Уже в принципе 2 часа. Может быть, поехали за деревом. Наберем дерево в лесу.
Ну, немножко подфармим, да. Потому что, ну, а завтра пойдем за камнями. Как-то такой вот расклад, я думаю, так будет правильно сделать. Я сейчас нарубаю всего дерева, чего найду. Потому что нам нужны бочки, нам нужны катки, нам столько всего нужно. А, нужно заехать, кстати, к слаймам по дороге, посмотреть, как там у них дела. Вылупился ли новый слайм? Все, уже инвентарь полон. Чудесненько. Не, ну это же невозможно. Поехали разгрузимся все-таки. Заедем к слаймам, а потом поедем за... Сейчас я только... Единственное, что я лейку наберу. Потому что это... Упускать сколько грибов. Сколько я их упускаю. Это же... Ого! Вы посмотрите, как позарастало. Хотя мы выкашивали вот буквально когда? На днях. Просто разрастается безумно. О, слаймовое яйцо есть у нас. Отлично. Если там слайм уже вылупился, и он вылупился не того пола, то есть девочка, то у нас будет еще одна попытка, чтобы попытаться высидеть мальчика. Ну, противоположного пола слайма. Есть? Ага, места нет, конечно же. Нам даже слайма некуда взять. Нет, все еще ничего. Вот, ну пусть яйцо там пока болтается, оно нам не нужно, мы его в рюкзак все равно не поместим. Потому как, ну вы видите, да? Бедствие какого масштаба. У нас ничего не помещается. Я постоянно все выкладываю, но тем не менее у меня... Место не увеличивается в инвентаре. Ну, в смысле, не освобождается. Но постоянно его не хватает. Это все из-за... Не... Свинюка, гляньте, где, куда загуляла. Так, где моя шапка? Ага, вон она. Есть. Погнали. А, вот это надо выкосить. Это какое-то семечко посеяло. Семечко, которое сеется на территории фермы, желательно выкашивать все. Не оставляйте, они потом будут мешать вам ходить, ездить. Вот. Если где-то на крайних зонах они образуются, то тогда отлично. Свинья, вернись. Свиньи, сейчас она такая. Как робот-пылесос. Свиньи ходят по траектории, по такой забавной. Сейчас она в меня ударится и пойдет назад. Бум. Нет, она сожрала траву. А эту надо с толкача завести. А, нет. Давай, свинюка. Свинюка. Ну, давай, двигай ногами. Пошел, пошел. Давай, давай. Почти вытолкали тебя. Застряла, видимо. Давай, ты плечом поднажми. Эх, ну. Давай. Завелась, поехала, родимая, по моим розам ходить. Куда? Вот же звери. А, места все еще нету. Блин. Зря я пошел бегать. Так, давайте выложим. Всяко разно. И пойдем хоть что-нибудь соберем. Хотя бы что-нибудь из оставшегося. Мы еще к курям не ходили, еще надо к курям все собрать. О, дела. Так, вся эта рыба пойдет на удобрение. Вместе с удобрениями, которые пойдут на удобрение. А, вот эти штуки бы выложить. Давайте их вот сюда пока выложу. Заборы. Обратите внимание, заборы начинают очень сильно худиться. Вот, с женой мы перестали нормально общаться. Мы засыпаем, не добегая до кровати. Она, может быть, начала нас игнорировать из-за этого. И заборы как бы... Гляньте, корова потерялась. Корова, ты не хочешь вернуться в свои родные пенаты?
Так, зачем я это срезал? Там дерево росло, я его взял, срубил. Так, ну я пока не закрываю, корова дойдет. Мы пока соберем все, что надо было собрать. Филин. Сейчас мы чекнем здесь елки, что тут есть. Нарубим дерево. Завтра тогда, если задания не будет, что такое? Почему я не могу? Почему я елку не могу достать? Ага, все есть. Достал. Тогда пойдем. Так, и у нас задание на осень. Давайте попробуем, чекнем рыбу. Не знаю, что здесь должно ловиться, но, возможно, здесь что-то будет ловиться. О, вон там клев идет, кстати, в полный рост. Ну, давайте я что-то уже вытащу, пока клев не кончился. Замечательно, тина. Зеленая водоросль, чудесный. Лов. Думал, кончился. Нет, не кончился. Чудесно забросил вообще от души. Банка Джорджа. Блин, как туда забросить? Нет. Нет. Да что такое? Вот я рыболов профи. Я поймал. Чудесно. Так, сейчас мы мусор, я чувствую, насобираем от души. О, что-то клюнуло. Ох, как же я давно рыбу не ловил. Как я отвык от этой удочки. Это малорот и окунь. Но если что-то по-серьезному, я фиг поймаю. Надо приловчиться. Тут еще и закинуть проблема. Что-то я один мусор ловлю. Тут, походу, не клюет ничего по ночам. По ночам надо океан ловить, наверное. 22:40. Сейчас вот последний заброс. Опять я смотрю, какой-то окунек. Да, все. Ну тебя. Ну тебя, не хочу я. Не хочу, поехали лучше дерево собирать. Профита будет больше. Нужно ждать дождь. Я думаю, дождь и идти ловить в дождь. Я, правда, не знаю где, но будем ловить везде. Нам надо поймать еще 4 рыбины, чтобы собрать наш... Заброшенный клуб. Вот. Где они ловятся, понятия не имею. Но будем пробовать везде. Я помню, что вот осенью я читал в своих заметках, когда я это все ловил. Помню ночью, помню дождь. Помню. Ну, не все, конечно, это ж в разнобой все ловится. Поэтому будем пробовать, а там как получится. Блин, уже и времени не хватает, нифига. Ну, хотя бы пару сосенок срубим, заберем. Хотя бы немножко. А мы еще и не закрывали. Блин, нам надо возвращаться. Мы еще не закрывали наши эти. И грибы мы не собрали все. Ох. Так, я смотрю, у меня заканчивается очень сильная энергия, чего давно не бывало. Так, вот эти елки, значит, оставим на завтра. Все. Чешем отсюда, потому что ехать еще далеко. Вот, а поняша наша что-то не в лучшей форме, как и мы сами. Но деревья отросли и, в принципе, наверное, уже давно. Это я что-то завтыкал все это дело. Нужно быстренько сейчас позакрывать все стойла, чтобы завтра не отлавливать зверей своих.
Нужно было бы, конечно, еще и тут кое-что зафармить. Яйца вчера я не собрал, не поставил их на переработку. Не вчера, а сегодня уже. Как бы печаль. Печаль, тоска. Соберем медик. Не будем ждать, пока зацветут розы. Все, и пойдемте спать. Пойдемте спать, потому как... Добрый вечер. Мой день прошел неплохо. Спасибо. А твой? Ну так, Джаз и Винсент плохо себя вели. Ты до сих пор ходишь Джазу и Винсенту преподаешь. Ну даешь, Пенни. А малая на кого? Что там забулькало? А, мы не все трюфеля продали. Вот я думаю, что так... масло 100 стоит, а кукуруза 75. Ну да, масло выгоднее. Причем мы масло делали с обычной кукурузой. Это сотня. Ну, я думаю, что из золотой. 75. На сколько вы тут выгадаете? 25 золота. Ну, такое. Так себе прибыли. А вот. Но не стоит с этим заморачиваться, видимо. Уделяйте больше трюфелям внимания. Намного профитней. Так, хорошо. Вылупился слизняк женского пола. Вот нам сообщение было, видели? Слева внизу. У нас теперь два слизняка женского пола. Это очень плохо, потому что у нас... А вот ежевичный сезон. За городом кусты ломятся от спелых ягод. Сходите, убедитесь сами. Опять нас дурите. Завтра день рождения Эллиота. Надо ему перо подарить. Может, подарить ему утку, чтобы он не заморачиваться с перьями. Пусть ее сам общипывает. Не волнуйся, они-то сегодня со мной. Можешь сосредоточиться на ферме. Отлично. Я так и хотел. Нита еще маленькая, все еще спит. А у меня все еще забитый инвентарь. Как у я так могу? Вот как у меня так получается вообще? Алло. Скажите, ну попробуй его чистить, да, изредка хотя бы. Вместо того, чтобы возмущаться. 45 трюфелей еще у нас есть, видите? Вот где все трюфеля прячутся. Так, Джоджо Колы у нас уже много. Реально много Джоджо Колы. Так, обычный дикий мед. Сюда его скинем. 225 дерева мы вчера нафармили. В принципе, неплохо. Я считаю, очень неплохо. Так, мы сейчас еще кукурузину переработаем. Сейчас я подвину клаву, чтобы, блин, не зафейлить. У нас помидоры, консервация. Я предлагаю перерабатывать все подряд. Яблоки, персики, все, что там есть. Все можно пускать на джемы. Давайте два персика переработаем. Еще слот освободим. С сырами. Что тут у нас происходит? У нас с собой сыра нету. Но там он есть. Ну и давайте сразу заберем его, чтобы лишний раз не бегать. Блин, случайно. Вылазь, всплывай. Все ок. Ты на цветочек засмотрелась? Так. Погнали, коняша наша, коняша. А маринованные консервы, помидоры, трюфеля, сыр. Масло оставим для готовки, оно не очень в торговлю заходит. Ну и все, остальное нам пригодится. А где мой топор? Тут дерево поспело, надо его убрать отсюда. Чтобы не мешать вот этому росту. Вот, и если здесь есть шишки, они здесь есть, можно сразу и подсаживать. Если чё. Посадим здесь, посадим тут вот. Тут посадим.
Куча деревьев, пусть будет. Потом все по это самое. Так, сорян, 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 побежали. Кот. Кота надо напоить. И хочу поехать сегодня в шахты все-таки. Опять мимо долины проходит поезд, но пусть себе проходит на здоровье. Меня он никак не трогает. Возможно, с него должно что-то выпадать. Вот я бы, если делал игру, я бы делал так, что если ты успеешь там к определенному моменту, то есть к началу поезда, то получишь там вот такие плюшки. Если там к середине, то такие. Если к концу, вот такие. Ну, если придешь, когда он прошел, естественно, ничего не получишь. Здесь же наоборот. Здесь какой-то рандом. Все это зависит от духов, от удачи, короче говоря. Все это так завязано, по-моему. Ну, насколько я мог убедиться. Вот. Вы можете прийти из земли после поезда, подобрать много всего вкусного, даже несмотря на него. А можете прийти перед поездом, увидеть, как он пройдет, и ничего с вами не насыпет. То есть, ну, такое. Чистый рандом. Надо золотых лапок, вернее, амулетов, там, заячьих лапок, понабрать с собой целую жменю. Вот, чтобы как-то выжать эту удачу для себя, чтобы... И я опять с полным инвентарем сюда пришел. Угу. Ну это как водится. Да, давай польем всех уток. Я с тобой совсем... Совершенно согласен. Уток надо поливать. Так, давай заряжать уже яйца. И вот здесь бы поставить ящик для экстра яиц. Но имеет смысл, вернее, смысл в том, что у вас, допустим, лишние яйца не таскать с собой, а сразу выгрузить в этот ящик. И пусть они здесь же и стоят. Будете мимо пробегать, залезли в ящик, понасыпали, короче говоря, и с собой в инвентаре не таскаете лишнее. Сейчас я психану. Подождите, подождите. Вот как-то так, да. Просто заколебало уже. Я надеюсь, мои утки, мои утята, не это самое. При вылуплении там же происходит какая-то тема. И я думаю, они мои ящики с яйцами не будут воровать. Поняха, уходим. Уходим. Нет, все, поняха попалась. Вот, и здесь такая же беда нужна. Но здесь вот есть вот эта штука. Я ее могу использовать как ящик. То есть я туда могу напхать чего-нибудь. Вот, и оно там будет валяться. То есть мне не обязательно здесь ящик ставить. Здесь вот сама доилка эта, она как ящик работает. Куда я ее выкинул? Вон лежит. А, все здесь норм, да? Как бы. Окей. А плохо, что я не всегда могу в него залезть. Если в нем ничего не лежит, вы в нем, ну как, в него не сможете зайти. Вот, поэтому надо, чтобы там постоянно что-то лежало. Надо положить туда одну смолу, и пусть он постоянно лежит открытый. В следующий раз, наверное, так и сделаю. Там поняша все попало, короче говоря. На нее налипли утки, и никуда она уже не двинется. Ладно, пока там утки уходят, я посмотрю, что здесь поспело. Здесь поспело много сладких ягодок. Угу. Но я не могу к ним получить доступ, поскольку у меня все забито и... У меня есть... Ах, не хватает. Одной карамболы бы. М. Ладно, я выложу сюда. К остальной карамболе.
Сюда бы еще что-то выложить надо бы, да? Чтобы не таскать, я все равно пока сеять, наверное, не буду. Хватит того, что я посеял, потом досеем. Вот, я выложу вот это сюда. Древние семена мы будем собирать и в бочках я, наверное, их буду размножать. Здесь, наверное, уже высаживать не буду. Как и сладкие ягоды, наверное, то же самое. Буду в катках. Здесь... Хотя уже здесь много посажено вот этих, и их не пересадишь. Они здесь постоянно будут. Ну ладно, будут и будут, да? Чё, казалось бы. У нас удобрений нет. Приехали, называется. И рыбы с собой нет, чтобы сделать удобрение. Ладно, мы позже заедем. Дай бог не забыть. Надо посадить здесь... Ну, одну ягоду мы можем посадить же, да? Ну, посадим обе сразу. Что там? А что нам даст одна ягода? Так. Здесь все ок, все ок. Здесь надо прийти с удобрением и рассадить ягоды. Дайте пони. Дайте мою коняшку. Что вы за люди такие? Сходил, называется. Поняшу забрали и не отдают. Есть, вырвались из окружения. Так, что-то я закрыл дверь. Вдруг. Ну, мисклик. Просто мисклик. Тут безумным потоком булькают трюфеля. Вы же слышите, да, что там оно? Буль-буль-буль-буль-буль без остановки практически. Только здесь все собрали. Уже набросано. Ну, это как бы хорошо, я не это самое, вы не подумайте. Я не жалуюсь. Для меня как бы это плюс. Я просто не успел, я хотел поехать за камнем, и вот из-за этого не поехал, задержали нас. Еще и свиньи не пускают, ведут себя соответственно своему названию. Вот, у меня... Ладно, уберем отсюда карамболу. Поняша, подожди здесь. Возьмем яйцо и давайте глянем. Вот, видите, две женского пола. Две девочки у нас. А надо, чтобы был еще мальчик. У него такая, ну... Ну, вы поняли. Тогда пробуем еще раз. Пробуем еще раз. Ну, две девочки, это неплохо. Чем больше девочек, тем быстрее они будут плодиться. Вот, тем больше у вас будут... слизи, чтобы прессовать яйца, в общем говоря. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, там. Ну, нужно что-то сделать. Давайте поедем, дофармим, наконец-то эти самые все-таки деревья. Розу можно выгрузить, вот эти штуки переработать. Выложить сюда пока... Блин, сюда уже ничего не выложишь. Ладно, сейчас. Все будем делать поэтапно. Вот это надо переработать. Вот это надо переработать. Выгоднее переработать одну сладкую ягоду и одну карамболу. Два слота освободиться. Вот. И я думаю, немножко выложится. Немножко выложится. Вот шишки, сок, дерево 580. Мы уже, в принципе, неплохо. Неплохо так подсобрали все это дело. Можно поехать и уже что-то заказывать.
Так, это я пока собирать не буду, но вас в баню. Я так не уеду никогда. Будем собирать, что есть. Сегодня у кого-то днюха, нет? Я что-то забыл, что сегодня надо сделать. Или свободный день. У кого-то день рождения было, по-моему, то ли у Сэма, то ли еще у кого-то, да? Лето завтра. Я к календарю мчусь, собираю трюфеля по дороге, чтобы посмотреть, что там за день сегодня. Я что-то тупанул. Завтра у Эллиота. Завтра. Завтра у Эллиота. Не сегодня. Очень мне хочется сладкую ягоду. Давайте сладкую ягоду бахнем на вино. Золотую. Вот прям вот так. А нельзя? Вино и сладкой ягоды делать нельзя? Вот оно что. Вот оно как. Это печально. Это печально. Хорошо, клубника. Клубника можно. Ну, тогда хоть джем надо сделать с нее. Сладкие ягодки-то. Я что-то думал, что можно вино сделать сладкой ягоды. Блин, еще один остался. Хорошо, не вопрос. Нельзя, нельзя. Окей. Будем перерабатывать, размножать. Найдем, что делать, кот. Мы с тобой здоровались сегодня? Да, видимо. Так, сразу закрыть, забрать, наверное, да? Нет. Есть не надо. Соберем все, что валяется. Бусинка. Ну вот они, куры, уже спят. Полный инвентарь. Ну кто бы сомневался. Выложим пока тогда сюда майонезы все эти. Ага, что, всего два майонеза у нас? И все? Больше майонезов нет. Почему я вино не выложил, блин? Странный я. Так. Ну, сделаем вот таким образом тогда. Нет, так нет. Что там остается еще? Еще куча майонеза и два яйца. Вот так вот. Все, возобновили мы переработку. Можем забрать смело майонезы. Вот, а можем оставить их и подождать до зимы. Правда, до зимы еще долго. Вот, поэтому ладно, все заберем. Вместо пустоты будем этот самый. Почему до зимы я хочу оставить? Потому что зимой я переключу, я собираюсь переключить профиль, вот, и резко поднимется в цене весь майонез, поэтому его там можно складывать, вот, и потом, как и сыры, собственно говоря, мы сыры можем тоже перерабатывать, как бы выдерживать, но не продавать, а складывать, а потом зимой мы можем это все дело... Когда поменяем профиль, выставить, и все оно будет стоить гораздо дороже. Просто в разы.
Вот. Ну, минус в том, что вы не будете получать профит с этого. То есть, пока вы ждете до зимы, деньги капать не будут. Нам это не суть важно, но хотелось бы, чтобы деньги капали. А у меня есть куда складывать редкие семечки. Три семечки мы получили в итоге. Так, майонезы мы продадим, трюфеля мы выложим. Все-таки. И быстро разгрузимся и понесемся в лес. Дофармливать дерево. Ну а завтра, вот завтра точно пойдем за камнем. Я уже иду за камнем, уже серии, наверное, 6 или 7. Вот мне давно надо было сходить, чтобы заказать Робин новый свинарник очередной, а я все еще собираюсь сходить за камнем. Вот, в итоге я чувствую, долго мы будем туда идти, за этим камнем. Вот здесь вот надо еще ловушки зарядить. Очень важная вещь. Потому что с этой штуки вы добываете вашу халявную, ну как бы бесплатные раки, ракушки, улитки. А все это приравнивается как бы к рыбе, из которой вы потом делаете удобрение. Вот, кстати, надо глянуть, почем удобрение. Мы собирались к Пьеру, и я так и не доехал к нему. Заговорился и... Понях, лови, лови дерево. Есть, поймали. Нормально. Ну, сюда я его не уроню, лучше сюда уронить. Отлично, все. Желудь сразу садим. И поехали отсюда. Мне нужны кольца, мне ничего не видно. То есть освещение, в принципе, нужно, но если у вас есть кольца, освещение не надо. Потому что вокруг вас по умолчанию все, короче говоря, освещено. Но вот у меня не прун какой-то. Кольца мне не попадались, и в итоге получается я катаюсь вслепую, по темну. Зайцы тут вот меня пугают всякие. Так, поехали. Огонь. Мы в прошлый раз ехали к шляпному мышу, ну, в сторону его. И там были елки, я их не дофармил, потому что было уже поздно. Ну и опять поздно, видимо, я их не дофармлю. Чувствую я. В час ночи надо выезжать, а я не помню. Я, по-моему, позакрывал все эти самые. То есть закрывать их не надо, но чекнуть нужно будет. Я просто не помню. Вот ноль, у меня еще час времени. Я еще доберусь до поляны. Я надеюсь. Да, я думаю, успеваем мы до поляны добраться. 160 дерева, то есть дерево у нас уже неплохо. Но неплохо это как? Это один апгрейд и пару бочек, и все, и опять дерево ноль. Я просто сейчас все соберу, и чтобы до зимы еще пару раз все собрать. Но зимой придется уже покупать это все дело. Хочешь, не хочешь, а оно, наверное, будет дорожать. И у Пьера, и у кого там, у Робин мы... Ну, у Пьера мы не покупаем дерево, у Робин в основном все это продается. И дерево, и камень, но Робин такая, не очень щедрая барышня. Все, погнали. Погнали, погнали, погнали. Куда я в кусты гоню? Сиропчик. Все. Бегом, 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 бегом. Блин, надо напрямую вот так было ехать, а я мансю вокруг кустов. Час 30, я еще могу и зафейлить, и не успеть. Ну, давай за все будем цепляться. Да, вроде все закрыто. Но я чекнуть заехал.
Есть, успел. Ну, по крайней мере, в доме. По крайней мере, в доме, по крайней мере, в постели. Если нет, мы еще с Пенни можем поболтать. У нас тут хорошо. Нужно всегда помнить о тех, кому повезло меньше. Я просто очень благодарна за то, что у нас есть. Да мы красавцы, я заснул прямо в кровати. Но, в принципе, я хоть в кровати заснул, окей. И с Пенни поговорил и заснул вроде как. Норм. Отстрелялись. Вот, и денег заработали еще. Маринованные консервы, помидоры по 150-170 получается за единицу. Можно помидор делать по 170. Сыры, 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 майонез, это все мы знаем. Вон, 100 трюфелей собрали. Но это еще из прошлого раза оставалось. Хотя свиней активных вы помните, да? У нас 12 плюс 12, 24 штуки. И то один поросенок. 23 свиньи у нас. 23 свиньи набивают 100 трюфелей за 2 дня. Дождь. А я в шахту собрался. Никакой шахты. У нас сегодня рыбалка по плану. Запах осени напоминает мне запах книг. Странно, правда? Как-то она мне руку поцеловала. Как-то так получилось. А, сегодня день рождения у Эллиота. Но мы, наверное, его не найдем, потому что в дождь Эллиот не выходит из своей комнаты. Он там в доме у себя закрывается, по-моему, и торчит. И вот, ну, его нигде не найдешь. Проблема, знаете ли. Но мы на всякий случай возьмем перо, потому что мы будем там ловить рыбу. Все-таки мне хочется сегодня порыбачить. Я вот думаю, как бы побольше всего выложить. Это есть вино острая ягода. Здесь вино морошка у нас. Плюс там морошки типа поспели за этим самым. Кто-то мне одна рассказывал. Не знаю, не знаю. Кукурузу надо перерабатывать. Самолетики можно садить. Места нету, чтобы это все здесь сложить. А, вот яблоки могу выкинуть. Гранаты могу, не могу. Персики нет тоже. Печалька. Фундук нужно выложить в холодильник. Будем делать жареный фундук, он нам пригодится. И масло можно выложить в холодильник, опять же. Вот и хорошо, вот и славненько. Что-то мы выложили, что-то мы разгрузили. Сейчас уйдет в сундук. Ну и все, и можно, в принципе, отправляться. А, мы можем сыр положить еще. Можем положить сыр. Он как раз поспел. Отлично. Свиньи сегодня не гуляют, коровы тоже. Можно не париться насчет этого, можно сразу идти. Давайте вино положим. Вино острая ягода. Оно даже без звездочки, то есть его надо будет несколько раз перекручивать. Да хорош, хорош дудеть. Алло, тихо, тихо, тихо. Ой, бррр, какая погода противная. Вы только посмотрите на это. Чё я сюда пришел, непонятно. Вот, но в такую погоду классно клюет рыба. Я хотел сыр продать. Я хотел сыр продать и зафейлил. Ну, давайте повыкладываем тогда соки всякие, вот эти одуванчики, вертолетики и же с ними. С собой, наверное, мы возьмем еще одну мини-ловушку грузила, чтобы рыбу как бы ловить лучше. Но нам крючок нужен. Нам нужен автоматический крючок. А его у нас нет, к сожалению. Блин, завтыкал я. Завтыкал я, надо было вчера посадить это все. Вон как разрастается наша свекла. Но пойдем по заданию, нам
В любом случае нужна свекла, нужно выполнить задание мистера Ки, нам нужен обязательно пропуск в казино. Без свекол нам пропуск не дадут, как бы это странно ни звучало. Ну, помните задание мистера Ки, да, которое мы нашли? По идее, оно должно прийти с подсказками, но я-то знаю, где оно все лежит. И давай вам спойлерить, если вы правильно помните, как оно все было. Вот. И наспойлерил я, короче говоря, то, что можно найти в туннеле на остановке. Вот, там записка, можно с помощью батарейки открыть этот шкафчик. И в шкафчике будет записка мистера Ки. Он вам предложит сделать несколько заданий. Там ракушку надо на этом самом, на вокзале оставить. Вот, потом мэру свеклу вот эту в холодильник подбросить, как вещдоки. Я не знаю зачем, может он его решил подставить. Вот, может просто заботиться о мэре, чтобы он не голодал. Свеклу ел, свекла полезная. Вот, но не суть. В общем, что бы там ни было, мы это дело сделаем. Так, вон червей я увидел. Яйцо, 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 динозавра, нет, глина. Ладно. Погнали. Будем ловить везде. Начнем вот с этого озера. О, торговка. Блин, у нас нифига уже места нет опять. Рисовый пудинг, деревянное покрытие. Морожка, желудь, мак, пещерная морковка, тигровая форель. А нам нужна какая форель? Какая еще форель бывает? Тигровая и радужная. Нам, по-моему, тигровая нужна же, да? Чтобы ее не ловить, мы можем просто ее купить. Красный коврик и кофе зерна. Кофейное зерно. Тю, кофе зерна. Кофе, упакованное в зерно. Отлично. Какая-то рыба у нас. Считайте, улов уже есть. Улов уже есть. Можно особо не заморачиваться. Сейчас посмотрим, что клюет тут в дождь. Поедем на океан, еще половим. Я помню, что-то в дождь много рыбы какой-то правильной клюет, которая с задания. Которая идет по заданию. Вот сюда, на глубину, давай. Надо было еще наживки наделать, которую Линус нам тогда сделал. Она клюет очень классно с такой наживкой, с линусовской. Ну, ловиться будем. Чет клюет. Но опять какой-то лесоплюх. И перфектово его забрал. Окунь малоротый. Что там урчит? Сидим, ждем. Понятно. Последний заброс и идем дальше. Последний заброс и идем в озеро. В секретное. Но опять это малоротый окунь. Да что-то видно. Я заберу еще сундук. Посмотрим, может в нем что-то попадется стоящее. Трин. И здесь, ну, здесь наживки, как обычно. Все, не хочу я окуней ловить. Поехали дальше. Поехали в секретный лес. Может, там что клюет клевое. Места еще есть немного. Так, поставим меч. Если будут приставать. О, вот он. Синий, видите, вот пацаны. Тут уже с одного удара не получается плюху отвесить. Это морозные слаймы, короче говоря, они подороже идут.
С них тоже яйца выпадают. То есть их тоже сюда приезжайте и фармите. Вот, бывают очень часто выпадают яйца. Ну как очень часто? Редко выпадают, но выпадают. Тут клёва нет, к сожалению. Сейчас мы поагрим слизней. Слизней, говорю, этих слаймов. И посмотрим, что здесь клюет. Давайте. Ой, тут что-то хорошее клюет, по-моему. Ну, по крайней мере, не малорот и окунь. Что-то мансит такое еще, видите? Мансовое. Опасный такой прям весь. Ух. И сейчас я его еще упущу. Да хорош мансить уже, дай тебя поймать. О, сама выловили, вот так вот. И тут еще что-то. Так, меняем на плавник. А, у нас есть алмаз. А это хвост скелета. Гюнтер нам про это может что-то рассказать. Угу. Давайте смотреть, что нам не хватает по аквариуму. Тиляпия есть, нам берегс. Вот сейчас поедем к океану, наверное, за берегсом. Нам не хватает сама и тигровой форели. Вот, пожалуйста, вам узелок. Сейчас один прямо и закроем. И нам не хватает желтого судака. Это надо где-то ночью ловить. Ну все, мы сейчас едем, я думаю... Закроем, выложим рыбу через дом. Сейчас поедем, повыкладываем немножко. Закроем узелок. Вот, поедем в океан. Ну, прям в океан не поедем. Поедем туда, к Вилле. Вот, попробуем берегса поймать. Может, если поймается, еще одного закроем. И останется только желтый судак. Желтый судак тоже, по-моему, где-то тут водится. Вот. Так что... Может, и его получится все в один день, короче говоря, навылавливать. Сейчас я выложу всякую глину здесь, всякий мусор. Слизь. Вот эту ерунду. Главное, это все в рыбу. Эту рыбу не превратить в этот самый... В удобрение высококачественное. Так, алмазики. Вот это можно переработать. Ну, по-моему, как-то так. По-моему, как-то так. Можно еще траву взять. Попересаживать. Поподсадить немножко. Сейчас я что-то хотел выложить. Прямо вот здесь вот. По-моему, грибы я хотел повыкладывать, освободить немножко места. Вот. А здесь я хотел выложить сироп. Что-то еще. Можно воткнуть, переработать очки. Факела выкинуть в сундук. Все, и пока хватит. Хватит, я сказал. Поедемте с вами. Куда мы едем с вами? Я хочу выложить, наверное, семена. Еще. Удобрение, семена. Посадить карамболу, наверное. Что-то у меня там удобрение я выложил, да? Красавчик. Просто красавчик. У меня здесь, видите, два участка оставалось. И я хотел в них посадить одну карамболу и что-то там. Что-то очень сладкое. Или сладкое в горшочке будем высаживать. Ну, пусть растет. Она одноразовая, так что
Это не страшно. Так, а здесь что-то уже поспело. Это хорошо. Ой, у нас свекла поспела. Мы можем еще и сделать миссию невыполнимую. Холодильник мэра. 6, 9. А нам надо 10, да? Нам надо 10, причем одного качества 10. Блинский, блин. Так, хорошо, ладно, зафейлили. Поедем перекручивать. Мы тогда золотого качества оставим. А вот эту свеклу мы переделаем на семена и посадим еще разочек. Свекла растет быстро. Мы еще ее скоростном присыпем, и будет все вообще огонь. Так, вот здесь надо выложить алмазики эти, чтобы и уголь, и не носить их больше с собой. Новых писем нет, а я и не хотел, собственно говоря, новые письма. Я хотел подсадить травки немножко, чтобы она росла, разрасталась. Трюфелек. Надо сделать пару спаунов еще с травой. Я хочу, чтобы она здесь росла. Так, окей, вечереет уже. Пора нам ехать. Сейчас мы еще свеклу забросим. Пора нам ехать на океан. На океан, прям на океан. Как-то свекла не очень взошла, да? Вам тоже так кажется? Ладно, фиг с ним. Будем сеять, что есть. Посадил две и две собрал. Ну, вообще огонь. То есть, как-то вообще неправильно это все происходит. Ладно, еще заскочим. Давайте в этот самый. Поехали. Рыба при нас. Соберем узелок. И, блин, опять зафейлилась свекла. Что ты будешь делать? Тут уже смолы килограммы лежат. Эй! Доедем, я чувствую, как раз к ночи. Вот четко. Но если что, мы там всегда можем собрать еще один тотем, вызвать дождь на следующий день, да, как бы. Или что, это же осень, здесь дожди с утра до вечера, в общем, нон-стопом. Поэтому, ну, что переживать, правильно? Поймаем мы этого Бирикса еще. А пока сом и тигровая форель. Всем здрасте, всем до свидания. Что вы нам дадите? Наживки. Вот чудесно. Просто чудесно. Это такая редкая штука. Просто где бы я еще достал эту штуку? Эту наживку. Остался один берегс и желтый судак. Желтый судак. Ночью на озерах. Как раз ночь уже. Пойдем в океан. Сейчас, наверное, за берегсом. Не поймаем берегса. Пойдем в озера. Судака ловить. Сегодня чисто рыбачим в дождь. Вот, надо заканчивать с этими узелками уже. Что мы второй год их растягиваем. Нужно уже собрать что-нибудь. Сейчас я так бегло глянул, может что-то где-то клюет. Нифига нигде не клюет. Будем ловить отсюда. Советую всем поесть на рыбную ловлю что-нибудь.
Вот, я вот тупанул, не покушал на рыбную ловлю. Сейчас буду мучиться теперь. Рыба может мансить, может прыгать, и я могу и не поймать то, что нужно. Анчоус. Нам не нужен анчоус. Давайте нам маленькую красную рыбку, и мы поехали. Водоросли. Не то. Что там еще у нас будет? Ну хоть клюет, хоть что-то клюет. Хоть и водоросли клюют, но, блин. Меня радует хоть что-то клюет. Чтобы вот так не сидеть, не втыкать в поплавок. Ну, в следующий раз будем готовы. Мы в следующий раз возьмем еду на этот самый, на плюс к рыбалке. Вот что мне дергает эту рыбку, блин. Анчоус. Надо место, наверное, поменять. Может, здесь чисто анчоус водится. Тут Вилли их поприкармливал. Здесь, наверное, это мелочуги. Просто куча водорослей. Ну, алло. Ну, это опять поклевка анчоуса. Явная. Это явный анчоус. Давайте поменяем. Ваша снасть развалилась. Вот я вам говорил, не зря я вторую взял. Очень быстро ломаются. Очень быстро ломаются. Ничего не могу с этим сделать. Покупайте дополнительные. Носите с собой дополнительные, если идете на рыбалку. Учтите, что 3-4 заброса, может чуть больше, и снасть может развалиться. А вот это не похоже на анчоус. Тут, похоже, что-то другое водится. Это кто? Анчоус. Замечательно. Мы ушли оттуда, чтобы здесь анчоуса наловить. Все понятно. Ну, вас в баню. Поехали на реку. Тут одни анчоусы клюют. Будем судака удить. Давайте вот здесь попробуем где-нибудь забросить с моста. Надо бы, наверное, на ту реку ехать вверх, которая. Воу-воу-воу-воу, полегче. Дядя. Стой. Вот это похоже что-то на судака. А у меня нету плюс к рыбалке, не хватает. Вы, ну, вы видите, да? Скилла немного не вдох. Нет, это сом. Сом, какого фига ты здесь делаешь? Мне судак нужен. Поехали на горное озеро. Чё-то сомы здесь одни. Один, точнее. Последнего мы поймали, видимо. Я один раз нажал, вот не поверите, всего один раз нажал. Она пошла вверх. Это рандом какой-то. Ну, это что-то такое легкое вообще. Это лещ. Не надо нам ничего такого. Поехали судака ловить на горное озеро. Время остается мало, а нам еще надо хозяйство закрыть там. Не помню я, где он водится. Помню, вроде как. Ну, написано, что он ночной. Вот он, ночной узелок. Желтый судак. В принципе, там и лещ нарисован. То есть логично предположить, что где-то вот в этих реках оно и должно клевать. Но только по ночам. Не факт, что в дождь, но давайте вот отсюда забросим. Попробуем здесь, что ловится. Это простая рыба. Явно не судак. Это сомик. И сундук. Тут жиода и 4 камня. Меняем. Ложим в сундук эти растения.
Эх, хохонюшки. Ну, не знаю, если желтый судак клюнет. О, нали, надо ехать. Последний заброс. Ну, давайте еще один. Контрольный. Ну, это тоже на сомика, по-моему, похоже. Какие-то сомики здесь. Явно не желтые судаки. Желтые судаки так не клюют. Все, погнали, ребят, то будем спать на улице. В луже. А очень не хочется. Очень не хочется. Ой, тут деревьев сколько, вы смотрите. Вот, и сегодня день рождения было. Но мы его все равно бы не нашли, этого чувака. Он у себя там где-то ночует, у себя в доме, и нас не пускает, как правило. 50. А, все закрыто. Все закрыто, все отлично. Не все отлично. Мы не ходили и не лайкали наших курей, утей, но они все уже спят. Это мой фейл, ладно. Один день за фейлем. Но зато рыбу поймали какую-то. Бррр. Это нам уже ничего не надо из этого. Мы там можем просто вывалить всю эту рыбу сюда в сундук. У нас же ж нету здесь по того, что нам надо, да? Маленькая красная рыбка это и что там еще надо? И судак. У нас есть щука. Щука, не судак. Поэтому, да, поэтому свободен. Окей, кукуруз. Кукуруз ставим в масло перерабатываться. Масло в холодильник. Закидываем. Сливка у нас тут есть, но она другого качества. Водоросли можно закинуть сюда же. Из них можно потом суши накрутить или еще чего-нибудь. Не вернулись мы и не посадили, да? То, что хотели. Ну ладно, час 30. Уже и не успеем. Сейчас с Пенни поболтаем. С Пенни отношения нормальные. Она пожаловалась нам на Джаса и Винсента. Ну, а мы спать. Продвинули немножко. Я думал, мы сегодня и закончим. Ну, откровенно, не то, что я думал. У меня была такая надежда небольшая. Вот, закончить сегодня. На сырах живем. Этот самый, постройку. Клуба старого, но в следующий раз. Я на этом серию закончу. Мы увидимся с вами в следующем видео. Спасибо, что были со мной, приключенствовали по долине. На этом все. И до следующего видоса. Всем пока.